И я вообще не мог снимать видео. Вот я включал на студию, я работал очень плохо. В общем, в этом серии я хочу сделать много чего. Например, сейчас мы сделаем... Я разобрался. Это, сделаем зелье огнеупорности. Огнестойкости. Я разобрался. Сами можете слышать, что у меня там шутил. Я разве не читерил, честное слово. Вот что я делал. Сделал ранее. Вот что я сделал. Я там уже просто чуть-чуть убрал. Вот, друзья, нам нужен писал. Мы же пойдем в ад. Так, нам нужна зелье. Упорности. Не знаю, на сколько минут это видео будет. Хотя бы мне хватило, друзья. Хотя, давайте сделаем так. Хотя бы мне хватило. Если что, извиняюсь, я сейчас еще поближе поставлю камеру. Вот сон. Здесь уже чуть-чуть подальше. Смотрите. Надеюсь, вам видно. О, хватило. Я здесь. Кстати, у меня там такие два лука. Таким же я их хочу соединить. И, кстати, я хочу вам сказать. Я просто с вами договорился. Видео Майнкрафт буду только два, только один раз в неделю. Да, я извиняюсь. Просто я как-то начал часто смотреть Инстаграм. Да, я извиняюсь. Ну, в самом деле, я как-то начнем часто играть. Я так наберем. Так, друзья, теперь нам нужен редстоун, чтобы это зелье было на 5 минут больше или на сколько там. Ну, в общем, короче, нам нужно просто стол. Вот такая вот. Стопы. А, у нас еще есть, друзья. Быстро залить стол. Все, друзья, погнали. Все, быстро делаем, делаем. А сейчас смотрите, сейчас сделаем так. Закидываем еще. Потом закидываем это. Смотрите, у нас такое.
мутное зелье или как-то грубое зелье. Смотрите, что находит. Зелье огнеупорности. А теперь смотрите, если мы закинем редстоун, смотрите, что будет. Обратите внимание, на сколько времени. На 8 минут. Это, как по-моему, очень круто. Так, друзья, ну, пойдем поспим. Нам завтра нужно отправляться в путь. Обустроиться чуть-чуть. Там, чтобы нас газами не стреляли. Давайте два зелья положим. Ну ладно, друзья. Я позавчера уже делала зелье. О, кстати, нам достижение далось. Пошли быстренько домой. И, кстати, давайте уберем. Смотрите, сейчас забудем еще намного больше. Сейчас мы идем и покупаем булочника. Очень много. Может у нас еще получится как-то. Я посмотрю, сейчас у меня есть лазарет. И еще нам нужен кварц. У меня вроде бы... А, нет, у меня нету кварца. Не, у меня вроде бы его нету. Я вчера его пробовала, но не знаю. У меня вроде его нету. Или есть? Стоп. Где кирпа? Наши друзья, сейчас мы отправимся. Это классно. Где берут сейчас? Подписывайтесь, ставьте лайк, всем удачи и всем пока.